Поехали мы в Пензу. Все, идем в поезд. Мион, привет. Идем в поезд. Идем в поезд. У тебя никого тут нету? Нет, у меня никого нету. Ау! Это круто! Ты где спишь? Мы едем в купе. Я вот здесь вот сплю. А я вот тут тогда буду. Да. Все, Андрей, я покажу там другие. Подняком. У нас все по договоренности. Нет. Че? Все, едем? Едем. Как тебе наш вагон? Че, ну, где розетки? Камеру вырубай. Заселились мы в купе, и к нам подселились два таджика, гастарбайтера. Вон один. Да, вон один. Вот один. И вон в зеркале один. Вот они два в зеркале. Да, бери ты свою палку, махал. Вон, высунь телефон за окно. Проверим, что будет. Егор альденте сделал. Паста. Вкусно, Егор. Оу-ля-ля. Мне не надо в Италию ездить. Божественный соус. Соус ты сейчас траво. Покупайте роллтон. Не такое говно. В коробочке. Вот у нас ужин. Каждый хавает доширак. Ну, это не ужин. Роллтон. Ну вы роллтон. Литра, у меня литра. Ведь разница даже в лапше есть. Да. Ставьте... обзор на... говяжий дошик. Доширак или роллтон? Мне кажется, вы, конечно, лучше... Он в говяжий дошик все специи высыпал. Сейчас посмотрим, как он это будет есть. Пишите в комментариях, что лучше, роллтон или доширак. А у нас Андрюха, что лучше? А у нас пюреха. Литра или что? Доширак тоже. Это пюрешка со вкусом сыра. Первый раз такое вижу. Это Петра называется. Литра? Срака Петра. А, Петра. Я сейчас Макс дам. Макс, тебя попросили побольше снимать. Ничего. Расскажи что-нибудь. Нечего рассказывать. Я Максим Сыров. Макс, ну как, тебе нравится ездить в купе? Нормально. Нормально? Огонь. Давай в камеру посмотришь. Я смотрю в камеру. Вот, короче, мы отдыхаем. Ага, все в телефонах. Да, все пацаны отдыхают. Все в телефонах. Один Макс сидит, да. Смотрит в одну точку. Не в одну. Он сидел, смотрел в одну точку, впялился. Да, на самом деле, Макс тоже там в телефоне сидит много, да, Макс? Ну, немного, да. Ну, как немного? Всегда обычно. Достаточно. Ну, как? Много. Слишком достаточно, да? Нормально. Ну, скажи, что перебор немножко. Чуть-чуть. Ну, все, вот. Урок хореографии. Давайте, Давай. Привет. Затяните. Монеточку зажал. Резко. Это. Ждай. Вперед. Ждай. Грант Батман. Батман ногой. Ша! Да. Успокоился. Хоть меня снимай. Ты вот и влог будешь снимать.
все ребятишки забрали? Да. Точно? До свидания. Брюхо. За два часа остались. Да. Да, надо. Ну, наверное, тогда мы любим его. До свидания. До свидания. Все, до свидания. Это влог во влоге. Влог во влоге. Ты хоть поснимал что-нибудь в пути? Да, но я немножко поснимал. И все, твой влог. Интересно, мы сейчас уедем на такси? Или вызовем Яндекс? Мне кажется, мы как-то... Все-таки Яндекс вызовем, мне кажется. Надо исправляться, да? Да. Ты ход в дворе спорта большой. Заселились в гостиницу, вот такой вот у нас номер крутой. Через час будет тренировка. Или есть? Погнали на тренировку. Ну что, немножко разомнемся. Ноги по снарядам помахаем. Ну и все. И попрыгать потом. Что-нибудь. Все, давайте, пошли. Сейчас получит два пары. Ника. Один. В смысле, он какой-то, ну где какой-то? Он один сделал. А теперь ноль. Это ноль. Один. Четыре. Два.
Ноль. Один. А у меня сколько было? Один. Один. Дигрис, снимайте, как нам мило наставляет. Теперь конец. Thank you.
фронтов снимает. Что-то так остановились, ладно. Ну что, примерно так? А можно что случилось? Все, Макс, хорошо настроен? Нормально. Нормально, все. Покажи свои носки. Надеюсь, у тебя есть на завтрашний день другие? Есть. Ясно. О, ну, мы закончили тренировку. Все, пойдем отдыхать, ужинать. Теперь настало время ужина. Больше Макса. Да, Макс. Я просили побольше снимать. Домой. Мила, давай фирменное. Че? Привет, мам. Акты уносят тысячи жизней, и от вашей деятельности и неравнодушия